Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Скветишь. Там 7 с чем-то. Йоньк. Йоньк. А что мне качел так-то? Не, ребят, я здоровый. Рост у меня примерно 3 метра. Каждый раз на стрим заходит, каждый раз вот напишет: Арслан, что ты такой здоровый этот? Каждый раз я здоровее, здоровее становишься. А я что? Я что-то делаю? Я просто на глазах расту. Сейчас, секундочку, так поправлю. Говорят, что здоровее, здоровее. Не знаю, в чем дело. Не понимаю, каким образом так выходит. Я говорю, да я просто, ну как... Растущий, ребят, организм. Сам по себе просто здоровый даже. Ой, там. Это, собственно, кто? Бафаю капли, которые буду продавать. 6-6-6-6-6. Ай. Реально 6-6? Да, наверное, так и делаем. Теперь 2,5 картонки фрикта. Картонки просто огромные. Картонки по 5 метров. Левел как кривый ходит. Левел мне снова бафы этой штукой каплю. Капли так уже. И помимо камня забрала еще и чашку. Камень дай, алло, камень дай, в руку мне. Шалопайки, ладно, хорошо, штабилкой нажал. Надеюсь, что, ну, думал, там, если будет экономика, то возможно было бы оки-доки, но с шалопайками точно нет. Давай, Сан 4-8, я верю, не, ребят, зря верите. Зря верите, можете красненькие сказать своим баллам пока. Вот сразу просто говорите, пока баллы, я этот, на красненькое залил, выкинул. Чего, Джейси? Два трека поставил. Что? Там флорист есть, но капли это триплет. Сейчас, секундочку. Что, просто, что? Хотя будут лочи. Не буду лочи, да? Бррр. Черт, верно. Ну, там у него флорист плюс все на свете. Я его уничтожу просто. Я его, ребят, уничтожу, он все, уже в слезах сидит. Так, ничего же я сделал. Огромное тебе спасибо за поддержку. Там 1500 закинул. 1500. Ребят, треки на 1500. Два трека на 1500, смотрите. Привет, какие в этой имеете топовые стратегии? Смотри, что ты играешь. Если там Эльемы, то, скорее всего, какой-то Рекоменталь плюс Трубач. Ну, короче, смотря во что играешь. Ну, может, посмотреть, на чем побеждали. Вот, что у нас были свинки, баф, вон, камни, и камни просто лутали, за счет этого все набафали. Здесь на чем побеждали. Там мурлоки, допустим, тогда басажабры, вот это в руке там что-то призывалось. В руке там, ну, жесткий бафался, еще был один мурлок, что-то верным. Вот, зверей пробовали, ну, то есть... Примерно, смотри, на чем играем. Минус флорист. Подскажи, пожалуйста, трек. Я подскажу трек. Подскажу, где только танцевать будете. Так, ребят, Номи, верите? Ё-моё, верите в Номи? Номи. Я обожаю Номи, я обожаю Номи. Номи это лучшая карта в игре. Фига ты мне ронит, конечно. Зорка, ты вообще жесть. Первый отсек, отойду быстро. Что? У него еще релак под эту штуку. Ну, файт я выиграл. Файт я выиграл, это я молодец. Ну, камни можно подбафать. Хорошо, а следующий, ребят, трек. Поехали. Поехали. Так, и... Брекет в трек поставить следующим. Ой-ой-ой-ой-ой. Басажабр.
Wait. Шух-шух. Цель эта штука, потому что у него был релак, я вот тоже хочу релака. Я очень, ребят, хочу релака. Ну да, релака. Так, хорошо. Ну да, дай релака, с обилки релака. В магазине релака, везде релаки. 10 релаков мне. Есть. А-а-а! Ее возобрать хотелось. На. Хар-хар! Пирата нет пока что. Ну, ошибку найдем, и я забафну, это нормально. Ты, наверное, камень больше не получишь. Ты, конечно, бабу получаешь, но нафига этот? Обойдешься? Релак для бедных. Что это верно? Почему для бедных? Бро. Я думал продавать. Продавать. Поставить тебя. С другой стороны, деньги трачу ради хп бафа, это того стоит. На следующий делаю левел, там найду на эти деньги что-то получше. Я знаю, что ты позорный Аскапси, но значит ты не знаешь ничего. Ничего значит не знаешь, не понимаешь. Ой-ой-ой-ой, Мурлоков придержал ради щитовода. Под пассажабра в дальнейшем. Ребят, ну если это не 777, то я не знаю, какой вам еще нужен, какая вам нужна еще причина, чтобы 777 написать. Ребят, вводный щитовод я Мурлоков придержал, потому что я знал, что это будет. Сейчас пассажабр уже есть и все, и пошло-поехало просто. Что? Ой-ой-ой. Ой-о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 й. Смотрел документалку, какую документалку не смотрел.
Так, за что забанили? Там... По-моему, там прилетало... Смотри, Риона. Скорее всего, там однотипные сообщения были, прям спамом, и... Модератор просил, чтобы... Попросил, чтобы не спамил однотипными сообщениями, но я так понял, ты проигнорировал просто. Что не круто. Предлагаю следующий раз прислушиваться. У нас будет этот чувак оставаться? Наверное, нет, да? Столько бафов дает, это, конечно, жалко, но нет места на это все про все. Классный ты трек. Трек, ребят, офигенский просто. На-на-на-на-на-на. No message could be. Может, только пора на выход? Зачем? Пусть остается. Зачем мне сейчас его было продавать? Что мне с него поставить? Яд? Это явно хуже. Давай в него задувку. Ах ты ж жопа. Короче, ребят, именно соло-спам здесь не разрешен. Если вам дают предупреждение, пожалуйста, прислушайтесь. Если вы игнорируете, вы просто таким образом не уважаете, говорите, типа, что ты мне пишешь, пошел в задницу этот, делай, что хочу. Некрасиво, поэтому, как бы, считаю, что все заслужено, и... И думаю, тему можно на этом закрывать. Еще камни забафаем. Дай определение соло-спам, отличие от паст. Чел, когда ты пишешь подряд много сообщений, это соло-спам. А, чел, два сообщения, ладно, смысл разговаривать. Так, буду ли его лапать вообще? Все-таки да, и насчет репет скорее нет, да? Ты классная, тебя продать. По 10 так сидим, получается ровно сколько карт? Слабовато пока что. Ну, есть еще время не раскачаться. Это можно бан получить, даже не платить. Конечно, если по-свински относишься к другим, если там, не знаю, будешь писать оскорбления в чате, будешь писать там запретки, то само собой летишь бан и... Чего удивляешься? Либо трек, трек очень хороший. А, пойдите. Киквейт, ладно. Басажабр получил. Фиган сам рекомендатор. Ха.
Блин, молодец какой. Наверное, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ой-ой-ой. Fuck. Ой-ой-ой, ребята, просто ой-ой-ой, сколько там уже? 8-8-6, а что так мало? Это как будто я играю по ощущениям мурлоков, а мурлоков, эти штуки все еще мелкие. Ну что такие мелкие? А где мурлоки шестой таверны? Погодите, я только сейчас понял. Секунду, а где мурлоки шестой таверны? Wait. Мало так мало, конечно, мало. Надо больше. Ревидер тоже нормальный. Но пока хочу брана позолотить. Мурлоки, ну маленькие, ну реально, смотрите, 94-64, я по ощущениям просто играю мурлоков. Я думал, что не будут хотя бы там соточка. Ну сейчас пассажабры, сейчас куча пассажабров найдем. Отлично. Шестой троп есть. Ой-ой-ой, ребята, ой-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 ой. Я говорил ой-ой-ой, ребят. Потому что ой-ой-ой-ой-ой. А, да или нет? Насчет этой штуки, да или нет? Да? Да? Ну погнали. Пусть один призывается, а потом... Нельзя, так почему? Мы же все равно будем собирать. Сэм, что вроде еще пассажабры, там королевы какие-нибудь будем призывать. Или вы меня обманули и сейчас будете хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так, эта штука призывает, по идее, вот это, вот и вот это сейчас, да? Я на стол ставлю. Как не сильнее, погодите. Это я предположил, но я уверен, что вы меня не обманываете. Все хорошо. Сейчас, ребят, сейчас. Шестой таверны падает мурлок, вот этот вот. Хоровой мрул!
блок, который получает характеристики всех существ у вас в руке, в том числе и этой штуки. Да, звери 4, свинообраза 4, свинообраза 3. Да никто не играет мурлоков. Мы 100% ее находим, 100% забираем. Отсюда сейчас сразу двоих копаем. Или троих, и триплет будет, все, хорош. Может, Дракарь заберешь? Я вот не знаю насчет Дракарь сейчас. Это нужно троих продавать. Я могу на следующий, наверное, забрать. Пока так посидим. На следующий прокрутимся. Если что, заберем сейчас Дракарь. И, возможно, ее в конце поставим, чтобы она давала карты в руку. Я просто очень хочу Басажабра продавать. И эта штука, это мой триплет потенциально. Опа, это кто это у нас такой? Ребят, как эта карта называется? Это хоровой? Хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Но как? Мы сможем скачать вообще? Два мурлока! Два, еще два мурлока. Тоже офигенно. Ты ладно, слабенький, да? Хотя он бафается за счет... Точнее, он бафает его. На! Пока так, на следующий пойди ты уходишь. Чуть, ребят, пожадничаем. Ты же скинешь, ну, на случай, если будет еще что-то, почему нет? Посадился бы с волын свою вытаскивать, дети смотрят. Ставка где? Ну ставка вон вроде раздают. Я тебе верил, ты подвел, так я и говорил. Я тебе сразу говорил. Красненькие, можете сразу попрощаться с своими баллами. Мы нереально жесткие. Ну жестко, ребят, оцените просто катку от 1 до 10, по-моему, нереально жестко. По-моему, даже крутишься на флугле вышло, верно? По заходу. Потому что браны там очень много мурлоков лутали. По-моему, ребят, 10 из 10. Просто вау, просто 10 из 10.